odată că Rusia va muta trupe și tehnică militară de-a lungul graniței cu Finlanda, devenită și frontieră NATO, odată cu aderarea la Alianța Nord-Atlantică, cu o zi înainte de startul alegerilor prezidențiale, Vladimir Putin face apel la patriotismul rușilor și le cere să vină în număr cât mai mare la urne. Votați pentru un viitor strălucit al Rusiei voastre iubite, a transmis el populației. Același lucru l-a cerut și oamenilor din regiunile ucrainene anexate ilegal de regimul său. Убежден. Вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны. Какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплоченными и уверенными в себе. Мы уже доказали, что умеем быть вместе, защищая свободу, суверенитет и безопасность России. Отстаивая наши ценности, традиции, историю и культуру. Участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств. Это хорошо понимают жители Донбасса и Новороссии, которые в тяжелейших условиях голосовали на референдумах за единство с Россией. Голосовать будут и наши бойцы на фронте. Они, проявляя мужество и героизм, защищают отчизну. И, участвуя в выборах, подают всем нам пример. Все мы, многонациональный народ России, одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране. Хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей. Чтобы повышались уровень и качество жизни. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию. Проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России.